Все хотят, чтобы Маша сходила в новый туалет и не мучила мамочку. Мамочка 2 дня уже сама не своя, покупает Маше туалеты, наполнители. Совочки разные. Да, вязание уже принесла сюда, в прихожую. И сторожит нашу кошечку. Вот она идет в свой вход. Вот, не пошла сейчас. Потому что она хочет в туалет и терпит, капризничает. А мы все ждем, какой она туалет выберет. Конечно, на пол я сейчас за ней слежу, чтобы она не пошла. Я ее буду садить в туалет. Да, Маш, сходи сюда, сходи. Ой, какая умничка. Нет. Она хотела на свое старое место пробраться. Но там уже Манечка унитаз стоит. Все. Угу. А ты ходишь кругами вокруг меня. Угу. Да. Угу. Все это видят. Какие кошки своенравные. Она у нас есть только определенный корм один, другой не признает. На улицу не дает себе даже нос показать. Начинает у нее рвотные позывы, рвать начинает во все стороны, орать, нервный срыв у нее. Очень привередливая кошечка. Но и умная. А сейчас почему-то капризничает. 2-й день. Я уже извелась. Мамочку просто всю извела. Вот, начинает кружиться. Или вокруг меня, или вот так вот кружится. Это она, значит, просит, чтобы ей предоставили условия. Моя умница. Моя красавица. Моя умная кошечка. Неужели? Нет, не попысала. Маш, 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 давай пысай, садись. Маш. Нет. Пысать надо. Пысать надо в мысочку. Моя кошечка. Моя кошечка, да. Нет, унитаз закрыть, Маня. Тебе предоставляются другие возможности. Да. У тебя все получится, моя кисочка. Вот моя умница. Ах, моя красавица. Моя самая умная кошечка. Ах, моя красавица. Пысая моя мышка. Моя Маша-Маша. Моя Машенька, моя умная кошечка. Вот так, молодец, моя кисочка. Вот умничка. Вот моя красавица. Вот же шумничка моя. Да, Маша попысала. Вот так, можешь порыть. Познакомиться с новым наполнителем. Как тебе цивилизацию предоставили. Да, знакомится моя мышка. Да. Вот моя краса, вот умничка моя. Да. Умная кошечка моя. Моя красавица. Молодец, молодец. Умничка моя, да. Ты сама обалдела, что никакого запаха, да, Манечка? Скажи, как хорошо. Да, как хорошо, скажи, никакого запаха. Рой, моя мышка. Ты рыть любишь. Куда деваться, Маш? Да, да, да. Познакомься поближе. Да, прям поближе познакомься. Как приятно в таких опилочках, правда, Манечка? Да, вот моя мышка. Моя умничка.
Кушает наша Маша только высоко сбалансированный корм, только один. Любит его. Да, попысала, погребла, познакомилась. Теперь надо покушать. Водичка, у нее здесь все-все-все условия. Конечно, когда мы уходим, мы комнату закрываем. Потому что она переворачивает все в комнате. Вот 17 лет ей. А как кошечка молодая бесится. Приходим домой, а все дома перевернуто. Да, Маша, дверь закрыта сейчас. Я же тебя сторожила, чтобы ты выбрала себе миску. Туалетную миску выбрала, да. Здесь у нее теплый пол. Мы его будем ремонтировать. Вот такая плитка будет римская лежать под мозаику. Вот. Она живет в таких шикарных апартаментах, когда нас нет дома. Вот. И вот так мне приходится взрослую кошечку переучивать. Сейчас она почему-то пошла на решетку. Маш, мы сейчас тебе туда поставим. Вот у нее водичка стоит. В розовой красивой мисочке. Всегда свеженькая. Так что у нашей Маши всегда есть вода, еда здесь. Как теточка. И вот я поставила на новое место. Лоток новый, глубокий, с бортами. Поджила его кирпичом на всякий случай. Будем смотреть. Будем привыкать к новому месту теперь. Лоточек она выбрала, но он стоял на старом ее месте. Может быть, поэтому. Может быть, я рановато туда поставила лоток, да, Маш? Вот мы с Машей соображаем теперь, как же лучше нам поступить. Скажи, попысать мы попысали в новый лоток. Теперь, скажи, Маш, надо выбрать нам хорошенько закрепить местечко. Гранула начинает красиво сворачиваться. Скажи, Маш, ты обалдела от того, что запаха нет. Всегда чистота. Я тебе об этом и говорила. Вот, так что мы познакомились теперь с наполнителем. Ура, ура, ура. Маша теперь вылизывается, как все аккуратные кошечки.